Сотрудникам Сабинской клубной системы выплатили зарплату, и сегодня работники сельских ДК заверили, что праздник в День защиты детей обязательно состоится. О возникшей проблеме мы рассказывали в одном из выпусков программы «Вести Хакасия» на прошлой неделе. В Сабинской клубной системе без того осталось всего 6 человек на 4 села – Сабинку, Калы, Новокурск и Красный Катамар. И даже этим единичным специалистам работу не оплачивали. Последний раз они получали заработную плату за февраль. Поэтому перед 9 мая люди заявили, что не будут готовить массовых торжеств. После выхода репортажа в эфир проблема решилась. Поступила опережающая дотация с Амбейского района, то есть в размере 1 300 000 с чем-то. То есть на что нам были направлены средства для выплаты задолженности по заработной плате, и также денежные средства остались и на выплату авансов. То есть деньги есть. Бойкот наш отменяется. Дальнейшие мероприятия, праздники мы проводим в соответствии с нашими планами. Однако вопрос с оплатой труда снят лишь на время. До конца года работникам Сабинской клубной системы нужно 3 миллиона рублей. Минфин Хакасии пообещал их выделить. Однако по опыту такие вопросы в республике решаются не быстро. Поэтому сотрудники ДК допускают, что ситуация с неплатежами может повториться. Мы очень долго согласования ждали с республикой, потому что там очень долго деньги согласуются. И вот уже месяц где-то там эти 3 миллиона ходят, и даже соглашения нет о передаче этих денежных средств, потому что на согласовании. Сколько можно согласовывать, я не знаю. Люди сидели без зарплаты. Сегодня, слава богу, опережающая дотация, измучив весь мозг моим финансистам, Минфин все-таки выдал.